Ребятки, всем привет и доброго времени. Это моя газель и педали моей газели. Смотрите, педаль сцепления. Видите, как болтается? Просто какой-то финиш. Это, кстати, тоже болтается. А смотрите, в чем тут фишка. Видите болт? Это болт крепления педали сцепления. Обратите внимание, вот он ходит, а сам цилиндрик стоит. Сейчас попробуем посмотреть с другой стороны, что там происходит. О, видите как? А теперь смотрите вот на это, наверх, на верхнюю часть. Не хочет фокусироваться с этого ракурса, вот отсюда. Видите, как она гуляет? В общем, педаль гуляет во всех направлениях. Вот. Вот такая вот болтанка. А всему виной этой болтанки это вот такие вот втулочки. Две вот эти желтенькие идут на сам цилиндрик, на шток, а две черненькие идут на поперечный шток. Вот. Точно так. И вот с этой стороной. Но здесь дела обстоят немножко лучше. Вот. Здесь педаль хотя бы не болтается. Но надо тоже менять на самом цилиндрике. Она, кстати, тут у меня еще гайка раскрученная. Вот. Вот просто для примера, ребят, у меня снятый узел сцепления. Он, кстати, с моего Соболя, с донора. И здесь педаль не болтается. Она стоит аккуратно, ровненько. Вот. Точно так и педаль тормозов. Вот. Ну, педаль тормозов чуть-чуть совсем люфтит. Но это ерунда. Так что сейчас я откручиваю вот эту гайку на своей газельке. Снимаю, ставлю втулочки, ставлю назад. И все будет шикардос. Погнали менять все это дело. Для того, чтобы все это дело починить, нам понадобятся два ключа на 17. Почему два? А потому что гайку на педали, ну, это идет болт, его надо держать с этой стороны и с этой стороны, чтобы открутить и снять. И одна гайка сверху. Ладно, погнали разбирать. Ну вот, я снял с педали. И, блин, предлагали мне взять вместе с болтом. Я отказался. Здесь болт тоже стертый. Засранец. А втулки убитые напрочь. Просто в хлам. Да. Ну ничего. Заеду, куплю новый болт. Плюс газельки в том, что если нужны запчасти, ты прыгнул на велосипед, поехал в ближайший магазин, купил нужные запчасти, поставил и поехал дальше, нежели на иномарку ждать по неделе. Хотя и на иномарке можно было бы сделать такой магазин, чтобы были все запчасти и не приходилось долго ждать. Но у нас, к сожалению, вот так. Опасный отрезок, швеллер. Ё-моё! Купил я сразу два новеньких болта и еще 4 втулку на оську педали, потому что вроде как это газоновские, а это газелевские. Вот, вот это газоновские, они большие, а это газель. Ну, сейчас сниму, посмотрю, что гадать. Ну что, ребята, вот они, видите, какие втулочки с оси педали. Вот эти, кстати, которые Волга Газель, они не подходят, они маленькие. А вот эти, которые ГАЗ-53 Волга Газель, они подходят. Я их вот поставил в педаль и сейчас возьму их, помажу, чтобы они дальше ходили. Я решил посмотреть на втором, что не так, потому что у меня вот этот вот шток, он крутится.
а здесь не крутится. И у меня не получается открутить педаль тормоза. Вот, а в чем, собственно, суть? А суть, я думаю, заключается вот в этом шпиндике, которого на моем штоке нету. Сейчас я попробую его отсюда вытащить и в свой ставить. Посмотрим, что изменится. Да, ребята, на педали сцепления вот здесь вот, вон она, видите, дырочка, вот я ключом показываю, стоит вот такой вот девайс, который не дает штоку прокручиваться. Вот смотрите, я его вытащил, и теперь он крутится. Теперь я иду этот шток, пробую вставить на свой педальный узел и открутить открутить тормоза. Пришлось снова сгонять в магазин, поменять беленькие вот на такие. Вот, хоть у меня здесь они еще не в хлам убитые, но уже потертые, раздавленные, поэтому меняем, ставим новые. Ну что, ребята, смотрите, поменял я это дело, и теперь педалька не болтается. Вот так она ходит вверх-вниз, но уже вместе со штоком сцепления. Вот, смотрите. То есть она ходит с главным цилиндром сцепления. На педаль уже не болтается. Точно так и здесь. Здесь вообще, ну, только вот эта вот болтанка педали осталась. Но это, к сожалению, либо уже сама педаль, либо этот верхний болт. Вот. Ну, пока останется все именно в таком исполнении. Ну, то есть все меняется довольно просто и элементарно. А самое главное, очень дешево. А это остались лишние запчасти. Вот две новые втулочки остались. А это все можно выкидывать. Ну что, ребята, вот такой вот простой ремонт газели Соболя. На этом всем добра, всем пока и удачи!